Все, ребят, загрузили меня. Сейчас, правда, не об этом хотел показать. Смотрите, вот мечтаю заниматься вот таким вот питомником, короче, такими вот деревьями. Блин, это такая красота. Это, блин, вот душа лежит у меня вот такими вещами заниматься. Сейчас посмотрите, это не все, это не конец. Сейчас только начнется все. Ну, видите, деревья какие продаются. Прямо в горшках стоят. Сейчас еще будет пальмы. И слева, и справа, смотрите. Видите, сколько всего, да? Просто крутяк. Вот я, блин, я мечтаю о таком. Смотрите. Просто красота такая, блин, это ж так можно украшать дома, людей, природу, ну не природу, а точнее город свой, я не знаю, то есть, блин, ну просто, у кого есть деньги, пацаны, давайте замутим, блин, питомник свой, прибыльное дело 100%, то есть, как бы, все на нем нормально вообще, главное начать, земля есть. Надо пробовать. Ну, я начну и так, но если кто-то захочет вдруг помочь вложиться или что-нибудь такое, пишите, вообще открыт к любым предложениям, все, что связано с заработком денег. Также я торгую, у меня есть свои магазины, имейте в виду. Короче, в принципе, все, на эту тему все. Значит, возвращаемся на тему загрузки. Загружала меня женщина сама, я вообще в шоке, и сказала, что у них на компании мужчин вообще не работает. Вот, что у них есть только женский коллектив. Говорит, only woman, я хочу помочь. Она говорит, no, ты си смотришь, I work. You work, драйвер показывает руль. I work, туда-сюда, ICMR, типа документы. Я говорю, окей, но это проблем. Два раза предлагал помочь, в итоге не хочет, сама загрузила и загрузила. Вот, все, в принципе, загрузка прошла, куча документов, также разбирался чек-лист на мойку, как заполняется, не буду показывать, так как там информация, чеки скрытые, то есть, может быть, нельзя это показывать, вот, поэтому, в принципе, просто объясняю, что все есть в белом конверте, находите и заполняете там все, что можете. Я позвонил в учебный центр, они сказали, чем больше всего заполнишь, тем лучше, поэтому заполняй все, что знаешь, все, что видишь, пиши все. Я говорю, понял, не вопрос. Вот, стану скоро на 45-ку на ближайшем паркинге, который будет. Сейчас доеду до трассы, вот, потому что я пока еду по населенным пунктам. И там уже позаполняю все, перекушу, потому что есть очень хочу. Вот, в принципе, все, едем на Францию. Оказывается, мне тут вообще чуть-чуть, 580 километров. Вот, поэтому скоро, наверное, новый заказ упадет уже. Не знаю еще куда, какой будет рейс. Ну и все, буду держать в курсе. А я пока что еду. На связи. До новых встреч. Ну, это можно удалить. Ты же долбоёб, понимаешь, что удалять, а что нет. Хорошо, все, это удаляй. Договорились. Давай, пока. Ну, так что. Ну, вот, заулыбался. Вот, с улыбкой, блядь, совершенно другой человек. Правильно? Или неправильно? Я сейчас буду меня гоняю, так как выстрелил, ёбаный рот, что это на город стреляет. Через 1 километр съедьте с автомагистрали. Ну что, заехал, дали мне заправочку, заехал на заправочку, заправил полные баки и стартую сейчас на Францию. Вот так вот проходим телепас. Поломался весь телепас. Все, что можно поломаться. Все ряды встали и стоят. Перехват, полицаи. Кругом, смотрите, перекрыли все. Боюсь снимать, чтобы меня сейчас не приняли и не сказали удалять всю запись. Перехват какой-то. Видите? Буду так припрятано снимать. Здесь тоже так же все стоят, и там стоят.
Не знаю, будет видно что-нибудь или нет. Надеюсь, что будет. Целых три микроавтобуса повылетали, знаки, фигаки, автоматы. Кого-то сейчас будет ловить. Кто-то там едет запрещенный. Все, показал мне полицай, проезжай, короче. Поехали. Все с автоматами, с оружием. Серьезно все прям. Прям все серьезно. А мы тем временем едем дальше. Полицаи все-таки не меня хотели останавливать. Я вечно кажется, что против меня ополчение какое-то. Думаю, блин, где я уже накосячил, что на меня три автобуса приехало. Наверное, не такой важный я, чтобы, блин, три микроавтобуса на меня высылать. Хотя хрен его знает, что я там везу, блин. Хрен его знает, какой там груз, блин. Поэтому непонятно. Все что угодно может быть. Ой, да, интересно. Ну что, сейчас границу с Францией пересекать будет. Вот. Ну а мы едем, любуемся красотами нашими, горами любимыми. Или для кого-то нелюбимыми. Но мне нравятся горы. Горы обладают какой-то магией. Магическая сила в горах присутствует. Камни такие гигантские лежат вон. Скажу. Как каньончик. Очень классно, мне нравится. Нравятся эти дороги. Единственное, что работа дальнобоем сильно нравится, особенно за эти деньги. Должна оплачиваться она гораздо больше. Гертека платит херню, полную херню. Общался сегодня с испанкой, которая грузила мне машину, спросил, сколько там зарплаты, она говорит, от 1000 до 1500, вот у нее 1500, говорит, это очень мало, я говорю, это не очень мало, это очень хорошо, в Европе такие зарплаты, вот, что я получаю 1500, так она спит дома на кровати, пятидневку работает, а я круглыми сутками живу в машине за 1500, поэтому я считаю, что у нее работа в 100 раз лучше, легче и, ну, вы, короче, поняли. Самим судить, я вам показываю. Вот Франция, езжаем во Францию. Тут на французском телепасе такая же штуковина. Видите, стоят, все перекрыто, полицаи. Кого-то ждут, ловят, не знаю. Все позакрывато. Заново открывается этот красивый вид. Но когда каждый день уже ездишь, то как-то, блин, я даже снимаю и не знаю, зачем снимаю. Скоро будет водопад с левой стороны. Так хотел на нем искупаться, блин, просто пипец. Что, ребята, приехал, запарковался. Вот хочу показать, блядь, какие паркинги дает мониторинг. То есть, ну, ему же все равно, он с карты смотрит. Посмотрел большой паркинг, он думает, что тут ничего не спиздит. Во-первых, блядь, стою жопой в кусты, мест других нету. Все, что там, все ряды, все занято. Один ряд возле кустов остался. Самая помойка, смотрите. Просто стою на свалке. И пригнал меня на свалку. И вот, блядь, ну понятно, что переночевать, не 45-ку стоит, но тем не менее, блядь, открываешь окно, тут воняет, блядь, просто стою в параше. Блядь, я, ну реально, за эти деньги, это работа, блядь, жить вот на помойке, вот на такой. Ну кому-то может нормально, мне, блядь, не нравится. И в придачу, если это паркинг платный, не платный, все облагорожено, там кафешка есть. Блять, они что, убираться тут не могут? Блять, ну просто пиздец какой срач. Ну тут понятно, что не за один день насрали. Это зимой все лежит, блять.
я в ахуе, блядь. Он кругом эти салфетки, все обоссано, блядь. Ай, настроение, короче, так себе сразу стало. Ну, в принципе, главное поспать и быстрее отсюда уехать. Все, всем спокойной ночи.